Приветствую вас, мои дорогие зрители! Сегодня с вами Лилия Донскова и обзор топ-10 каталога номер 16 компании Oriflame. Честно говоря, я еле-еле с огромным трудом выбрала, кому же отдать предпочтение. Нужно было всего 10 выбрать продуктов из 1500 наименований, но я выбирала, выбирала уже буквально вот наобум. Думаю, ну вот это возьму. Окей. Итак, начинаем с первой странички. Я выбираю всегда продукты, о чем я буду разговаривать с клиентами, и в этот раз номер один выпал на помаду эликсир серии Giordani Gold. Если так развернуть, на этой страничке она будет. Помада эликсир просто бомба. Во-первых, у нее уникальный футляр, и мы видим сразу, какой цвет помады, потому что внизу идет оттенок помады, а потом растяжка, так из цвета помады переход в черный. Очень красивый флакон. Самое интересное, что эта помада классно лежит на губах, и она стойкая, она не отпечатывается на маске. Отличный выбор оттенков. Кот, ты чего ушел-то? 12 оттенков, 8 уже нам знакомы, а 4 добавились только в этом каталоге. Мой оттенок теплый кашемир, и я даже снимала отдельное видео с этой помадой. Невероятно красивый цвет, и она круто лежит на губах. Вот кто бы что ни говорил, это отличная помада, особенно если у девушки к стойким, к матовым помадам идет как-то недовольство, губы сушат, да, или так далее, то это намного интереснее вариант, потому что губы не будут так сушить, она намного комфортнее лежит на губах. Вот, много раз сказала губы, но ничего. Далее, следующая страничка — это румяна в шариках. Почему я их выбрала? Ну, вроде бы как бы не новинка, да, да, скидка большая в этом каталоге, но румяна в шариках — это один из лучших подарков женщине. Во-первых, это красивый дизайн. У меня сейчас не в коробке, румяна приходит в коробочке, в красивой. Далее, у меня есть здесь и румяна, и пудра сияющая в шариках. Я вам покажу и то, и другое. Мой оттенок, естественно, сияние, пользуюсь с удовольствием много-много лет, продукта хватает действительно надолго. А вот эта сияющая пудра, она делает лицо намного моложе, делает такую цветовую коррекцию легкую, и легкий-легкий сладковатый аромат, как конфетки выглядят. Согласитесь, классный подарок. Вот если бы вам подарили, вы бы обрадовались, если у вас не было бы таких румян, и вдруг вы получаете такую шикарную коробочку и с такими красивыми шариками, да, это какой-то праздничный вот вариант, поэтому я выделила эту страничку. Следующая страничка посвящается новому аромату. Я так долго учила название аромата All or Nothing, а второй All or Nothing Unique Accord. Выглядит это просто роскошно. Восточно-фруктовый ванильный аромат. Роскошная коробочка. Отдельное видео вы уже можете посмотреть на моем канале. Второй аромат, я его называю Малыш, который можно использовать как отдельно друг от друга, а можно наслаивать друг на друга. На самом деле аромат-то классный, его нужно полюбить, понять и правильно им пользоваться. Вот смотрите, этот аромат любит холод и любит вечер. Как и все восточные ароматы, он может показаться тяжеловатым на первый взгляд, но на самом деле просто не надо делать 3-4-5 пшиков, одного достаточно. А если вы хотите днем, чтобы было легкое-легкое, такое вот намек какой-то, да, что вот от вас таким вот этим ароматом, да, пахнет, возьмите на расческу, брызните и расчешите влажные волосы, чтобы аромат распределился, потому что в нем до 30% масел, и он будет очень стойкий и надолго задержится на волосах или на теле. Я рекомендую, мне понравился аромат. Кстати, сначала я его не поняла, как-то думаю, нет, наверное, что-то не то. А вот сейчас, чем я больше с ним провожу времени, а это уже несколько дней, то я могу сказать однозначно, аромат взорвет просто. Ну, не всех, конечно, для кого-то он будет антивзрыв, да, кто-то будет говорить, фу-фу-фу, не хочу, мне не нравится. Такие всегда найдутся люди на любой аромат, как будут положительные, так и отрицательные отзывы. Но этот аромат однозначно будет в копилке Oriflame одним из таких вот значимых, мне так кажется.
Так, листаем дальше. Следующая страничка посвящается аксессуару. Обычно я не выделяю аксессуары, но это же лисички. Я так хочу, чтобы мне кто-то подарил такие носки, носочки с лисьей мордочкой. Но это же так мило. Это же так мило, так уютно, так по-зимнему, по-новогоднему. Тем более они так красиво оформлены в этой коробочке. Ну, мне кажется, вот любой девушке подарить такие носочки, она будет радоваться. Будет радоваться и прыгать от счастья. Далее, это краска для волос. Обращаю ваше внимание, в каталоге номер 16 красочка у нас последний раз представлена. Не то, что даже в этом году, а вы ее уже не увидите в каталогах до 4 каталога 2021 года. Поэтому красочкой нужно запасаться. Если вы привыкли к какому-то оттенку и хотите продолжать до 4 каталога выглядеть хорошо, чтобы у вас не было отросших корней, то запастись красочкой нужно в 16 каталоге. А вы знаете, у меня многие клиенты распробовали эту краску, и я буквально вот всю неделю работала с клиентами, я столько классных отзывов на нее получила. Потому что вот когда первый раз люди берут краску, кому-то она кажется дороговатой, потому что кто-то привык брать подешевле краску, там, ну, до 200, а у нас она 299 рублей. Но когда люди пробуют, отзывы потом крутые, потому что эта краска действительно оживляет волосы, она их делает какими-то напитанными, блестящими, такими шелковистыми, поэтому восторг, восторг. Следующая страница — это подарочные наборы, даже не то что подарочные, а просто наборы, которые круто подарить даже самой себе. Итак, первый набор — это шампунь, будет стимулятор роста волос. Я вам показываю другой, правда, шампунь, не обращайте внимания, просто чтобы было понятно объем флакона. И витамины, нутрикомплекс для волос и ногтей, то есть это целевые продукты для тех, кто хочет отрастить длинные волосы. Набор будет стоить всего 1549 рублей. У меня аж слюни потекли, потому что без скидки набор стоит 2460 рублей. Я вот сейчас как раз пью эти витамины, у меня третья пачка, наверное, надо взять четвертую, потому что курс рассчитан на 4 пачки. Вот мои пачки, вот отсюда только начала, прям новую открыла. Одну утром выпиваю, одну вечером, то есть две витаминки в день надо выпить для того, чтобы волосы укрепить, сделать их сильнее и чтобы они начали лучше расти. Вот, и разбудить спящие. А еще разбудить спящие волосы как раз поможет шампунь-стимулятор роста волос. Он и укрепляет, и он дает волосам вот эту вот самую основу, чтобы они хорошо росли. Так, витаминки убираю. Второй набор, не менее крутой, но они абсолютно, конечно, разные. Это кальций, морской кальций и витамин D, и зубная паста. Согласитесь, это классно, тем более учитывая, что будет стоимость всего набора 1239 рублей. По-моему, у меня весь капитал сольется на этой страничке, потому что это нужное, это полезное, и то, и другое всего хочется. Но я продолжаю дальше. Следующая страничка посвящается медовой коллекции, и каждый год медовую коллекцию как-то вот украшают по праздничным. В этом году это очень красиво, такое сочетание лиловых, розовых, золотых оттенков, это всегда выглядит празднично, так нарядно. Мне особенно понравился цвет мыла, он такой розовый, просто необычно очень, и сама баночка красивая. Итак, банка 250 миллилитров, это дизайн прошлого года, просто чтобы вы понимали, что это банка 250 миллилитров, то есть целый стакан густого вкусного крема, не хулигань, Баксюнь, вкусного густого ароматного крема, которого вам хватит очень надолго, потому что он такой концентрированный, и при этом он не маслянистый, легко распределяется по коже, и у него небольшой расход из-за этого. Но это, конечно же, вот чудо и всегда приятный подарок. И в этой коллекции также еще есть жидкое мыло. Вот я очень люблю медовую серию, поэтому ее всегда всем рекомендую. А следующий разворотик у меня был и в прошлый раз в 15 каталоге, тоже в топе. Это серия с аметистом. Я себе заказала для себя любимый гель, спрей надо всегда болтыхать, и мыло. Что хочу сказать, мне так нравится этот аромат, то есть он такой вот сладенький,
Такой приятненький, сладенький. Видно, кстати, когда брызгаешь, на волос, волосы такие блестящие становятся. А на, после геля для душа на теле нету блесток, они смываются, но им приятно пользоваться, потому что и аромат приятный, и вот этот цвет красивый, когда берешь флакон в руки. И еще что в этой серии классное — мыло в форме, как раз в форме камня такого вот, как в форме кристалла. Сирень, мыло я еще не открывала, такой вот красивый кусочек мыла. И бомбочка для ванной. Давайте всем подарим бомбочки. Я бомбочку не заказывала, потому что ванну как-то давно не принимаем, ванну. Вот, а гель очень всегда нужен. Следующая страница — с маслами Элио. Я считаю, что без масел жить вообще невозможно. Ой, думала, микрофон упал. Где у меня масла? У меня сейчас, так сказать, в заначке ночное масло и укрепляющее. А меня часто спрашивают, чем они отличаются. Ну, во-первых, аромат. У всех масел разные ароматы. Никак не могу коробочку распечатать. Вот. Разные ароматы. И я люблю разные масла не потому, что одно лучше, другое хуже. Нет. Потому что, чтобы волосы не привыкали к одному и тому же, и когда есть такое разнообразие, то лучше брать разные, то одно, то другое. Видите, они очень красивые. Но это лучший продукт для волос, если вы хотите волосы укрепить, восстановить, чтобы они лучше расчесывались, чтобы они были увлажнены, чтобы они получили нужную защиту и чувствовали себя комфортно. То есть ухоженные, красивые, холеные волосы. Вот, я это так называю. Как пользоваться маслом? Буквально 2-3 капельки нанести на руки, распределить, то есть согреть на пальчиках, в ладошках, и перенести на свои волосы, можно на влажные, можно на сухие, как вам удобно. Если вы сушите волосы феном, то перед сушкой нанесите масло, и оно поможет защитить, то есть как бы сделает вот эту термозащиту от фена, потому что это несколько негативно. И последняя закладочка, должно быть 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, 10-я последняя закладочка, это наборчик. Я бы хотела еще, конечно, и последнюю страничку, но у меня кончились закладки, и я отметила именно эту коробочку. Аналог коробочки, которая у нас выходила к 8 марта. Сейчас открою, покажу, что в составе. То есть, во-первых, красивый формат, то есть вот эта вот прямоугольная коробка красиво по-праздничному будет оформлена, а внутри три тюбика, как акварельные краски. Посмотрите, как они здорово сделаны, то есть у них и закруточки такие, как у краски, и тюбики чуть больше. Ну, кстати, масляные краски, они вот в таких больших тюбиках. Представьте, как это классно. Они будут с такими же ароматами новинки: сирень, пион и жасмин. Поменяется только дизайн, он будет такой новогодний, как вот новогодние шары, такие яркие цвета, сочные. Смотрите, что можно делать. Можно дарить целую коробочку, можно дарить по одному, то есть раскрыть коробочку и каждому сделать маленький комплимент, подарить одному один, другому другой, третьему третий. Все будут с подарками. То есть это такой вариант, и недорого, и эффектно, нарядно, запоминается, согласитесь. Так, по-моему, все вам рассказала, можно сказать, даже оттрендычала. У меня такое настроение какое-то формируется уже, как предпраздничное, что-то внутри, какая-то даже не то что эйфория, а вот ощущение праздника, уже хочется снега, мандаринок, огонечков этих, да, елку поставить. Будем ставить елку в этом году обязательно, вот. Будем всех поздравлять. Ну что, я вам желаю отличного каталога. Выберите свой топ продуктов, которые вам нравятся, о которых вы будете рассказывать с воодушевлением. Потому что в первую очередь люди всегда заказывают то, что нравится вам. Потому что если вам что-то, как бы, вы или не пробовали, или вам что-то не очень нравится, не подошло, у вас просто это будет считываться на каком-то энергетическом уровне, что это что-то не то, и люди будут, как бы, не понимая почему, но не будут заказывать. Поэтому лучше рассказывайте о любимых продуктах, о тех, которые вам понравились, произвели впечатление,
это даст лучший результат, нежели вы выучите весь каталог и будете непонятно вообще что говорить. Отмечайте закладочками, всегда подписывайте каталог, чтобы он был именной ваш, или визиточку прикрепляйте. Еще рекомендую в начале каталога вот здесь прикреплять белый лист и писать на нем свой заказ сначала. Вот напишите для себя или мне и несколько кодов, то что вы будете выписывать из этого каталога, ставьте цены, суммируйте, сколько получилось, и передавайте каталог дальше родственникам, друзьям, соседям, и просите их в этот листик, вы можете его свернуть, чтобы он был большой, в этот листик дописывать фамилия, имя, контактный телефон, как связаться, и список продуктов, коды, название и цену, и передавать дальше. То есть такой каталог соберет наибольшее количество заказов. Вот просто сделайте такой эксперимент и потом мне напишите, получилось у вас так, как я говорю, или нет. Окей, всем желаю удачи, отличных покупок, до новых встреч. С вами была Лилия Донскова, пока-пока.